Школьные стадионы открывают ворота. На территории инженерно-технологического лицея открыли стадион для всех. На торжественной церемонии побывали и мы. Потренироваться после рабочего дня любят соседки по дому Наталья Горбунова и Елена Дмитриева. Для Натальи бег – эмоциональная и физическая разгрузка, а любимый вид спорта Елены – быстрая ходьба. Доступному школьному стадиону обрадовались обе, ведь теперь заниматься физкультурой можно на качественной площадке. Движение – это жизнь, да? Нужно всегда двигаться, быть в движении. И очень, конечно, хорошая новость была то, что открыли стадион, то, что в открытом доступе можно приходить заниматься. Очень рада, что открыт этот проект. Я сама проживаю рядом, пользуюсь всеми условиями этого стадиона. Доступным спортивное ядро сделали в рамках пилотного проекта по открытию школьных стадионов для общего пользования. Чтобы обеспечить безопасность, вокруг установили двойной забор. Так жители смогут попасть на спортивную площадку, не заходя на территорию учреждения. Это прям вот огромный такой призыв, чтобы все-таки данный стадион тоже оставляли в чистоте, в порядке и следили, если даже, допустим, кто-то приходит пользоваться, не забывали, что в первую очередь это для наших детей. Те школы, которые закладываются со спортивными объектами, сразу предусматривается, что этот школьный стадион, он будет использоваться, эксплуатироваться и для жителей. Стадион оборудован камерами видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный город». Футбольное поле, беговые дорожки и воркаут-зона открыты с 6 утра до 10 вечера. Здесь вот физкультурники, в основном у нас собрались девушки, а значит, ваши спортивные мужья, наверное, на работе сейчас. И вот когда они придут с работы, у них будет прекрасная возможность прийти на этот стадион, пробежаться пару кругов, быть еще более прекрасными, симпатичными и любимыми. Помимо инженерно-технологического лицея, для общего пользования стадион скоро открывается и в школе номер 28. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.